Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я буду играть в Shadow Fight 2. Как вы знаете, ребят, через месяц у меня выйдет трек. Ты чё? Ты чё, сумасшедший? Я же там сплю, он типа хотел мне сказать. Я не знал. Даня, если ты смотришь это видео, то я не знал то, что ты это спишь. Поэтому извините меня, пожалуйста. Так, как вы знаете, через месяц у меня выйдет трек. Через 2 месяца еще трек выйдет. А через 3 месяца до 1 года у меня выйдет трек с Даней. Трек с Даней, короче... Со словами, просто там хорошие биты. Такие будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Правда, это будет очень долго. И вряд ли мы с ним запишем трек. Потому что я вам говорил, что на этом месте уезжаю. И вряд ли я его могу встретить. Когда мы разговариваем, у нас голос не слышен. Поэтому, может быть, вообще не сделано вместе наш собственный трек. Может быть, у нас будут проблемы. У нас просто... вряд ли нам родители разрешат. Может быть, не знаю. Ну, далеко же. Я не буду говорить адрес, короче. Я переезжаю прям очень далеко. От Люберца ехать, час. И вряд ли мне мама разрешит пойти это снять клип. Максимум, наверное, на день рождения его, может быть, будет. И мы на день рождения его снимем трек. Но это вряд ли на его день рождения. А день рождения будет через год. Ну, когда-нибудь запишем наш здание собственный трек. Когда-нибудь. Я уже шутницу выигрывал, пока я там бла-бла-блакал. Кстати, ребята, чуть сам подкачался. Ну, не подкачался, а прокачал свой аккаунт, Мой аккаунт прокачал, И, без вас. Иногда я буду с вами, иногда без вас буду играть в Shadow Fight 2. Ну, поймите, мне не... Ладно, это слишком дебильно, я сказал, мне лень, но... иногда я не хочу просто снимать ролики. Я рассказываю сейчас правду. Иногда я просто не хочу снимать ролики. И меня это как будто бесит просто. Но меня это не бесит. Блин, что я вообще говорю? Меня бесит, но не бесит. Блин, а это вы считаете невозможно? Это сколько мне ударов надо нанести? Он мне один удар нанес, а сколько мне это ударов надо нанести, чтобы вот этот удар, сделать? Ты чё, офигел? Один удар, и я умью. Ну, ё-моё. Я не хочу. Я хочу нунчаки. Ай, просто. Ё-моё. Как больно. Ребят, это что так? Это что за нунчаки вообще? Это реально невозможно. Кто ты такой? Ты вообще не трикстер. Ты меня... почти я бы раунд выиграл. Ох, чё реванш? У меня осталось 3 кристалла. Я не знаю. Это я должен выиграть. Ай! Да больно же!
Что это сейчас было? Чё? Мои нунчаки мне уже надоели. Ну реально надоели. Ты задрал со своими нунчаками. Ай. Ты хоть так меньше урона будешь хотя бы наносить. Тебе будет... Ему теперь тяжело чуть-чуть драться. Но это не означает впереди еще боль. Ай! Это что за фигня? Да пошел ты в жопу. Быстро, быстро, валим, валим, валим. Быстро, быстро, быстро. Это что за... Ё, отстань от меня. Ай. Дебил. Ну, мне 5 кристаллов нету. А можно? А сколько у меня кристаллов? Потому что это прям смешная, это прям смешная реклама курица. Сейчас я посмотрю рекламу. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет. Пожалуйста. Какие выполнения? Хотите заработать геймс? Да-да-да. Хочу, хочу, хочу. Что за фигня? Ну? Ребят, я куда-то зашел. Вы что, издеваетесь, что ли? Это мне не поможет. А что мне делать, ребят? Пожалуйста. Пожалуйста, у меня 4 кристалла. Подождите. Ну нет, вот было бы здесь, блин. Ну пожалуйста. И, ребят, поддержите меня, пожалуйста. Какой я дурак просто. Ты пошел, да ё-моё, ты уйди. Нашего друга дурного рафтила. Ну да пошел ты в жопе. Содрал. Лучше это изверг побью. Отдохну. Нормально. Хотя бы. Как-нибудь. Ой, это оружие прям реально сильно. Вот. Откуда нунчаки? Блин, какие нунчаки? Откуда? Откуда сюрикены? Я ж третий акт не прошел. Второй акт. Обычно во втором акте, во-первых. Во-вторых, что ты такой? Да ты настоящий изверг просто. Что ты за дебилинатор такой, блин? Не. Да ты... Да я тебя уйди с моих глаз! Уйди! Уйди! Ай! Еще раунд. Блин, я по ноге ударил. Да ты задрал уже! Ну что я тебе сделал? Объясни! Сюда иди. Не по... Ну так нечестно! Ну нечестно! У тебя еще и, блин, тюрикен, а я в тебя даже не попадаю. Да у тебя реально читы какие-то, я не... Да как он меня ударяет, если я его должен тогда его... Чего? Это читерство, ребят! Я когда бью, он не может меня побить.
Я его автоматически бью. Читер! Я буду жаловаться разработчикам. Говорю, почему. Когда я бью, он не может же меня бить. Верно? Верно. А как он меня бил? Меня как он убил? Как он меня побил? Побил, как он меня? Как? Как? Еще раз спрашиваю. Как? Как? Ну как? Короче, надо накопить 1500. Мне надо тебе еще новое оружие купить, чтобы выиграть этого изверга. Хотя бы как-нибудь я смогу убить. Да я даже не начал! Да ты задрал! Ну я даже не начал драться! Чё ты за изверг? Хотя твое имя изверг. Вот ты прям не знаешь. Да ты чё? Ты кто вообще такой? Ты не изверг. Ты мега икс за 6 миллиардов изверг. Процентов. Может хватит? Может, хватит свои дебильные сюрикены кидать? Ай, чё, удобно тебе? Удобно? Удобно тебе, да? Либо только сюрикены остались? Что это за дебильный? Извините, у меня... Так, ребята, подождите, извините, короче, я присоединю видео. Это во-первых. Во-вторых, из этого тупого изверга у меня камера отключилась. Ай. А, нет, это его. Ну ты хотя бы чуть-чуть меня пожалел. У тебя щиты, тем более. Как я вообще... Это акт прошел и дошел до второго на том аккаунте вообще, я не понимаю. Как я этого изверга вообще выиграл? Как Таня выиграл? Я не понимаю. Да чё? Да ты... У меня мало хп, ну пожалей меня, ну пожалей бедного парня. Я уже... Злости! Я уже прям злой, как кенгуру! А чё вообще несу? Кенгуру, блин! О! Кенгуру — это изверг! Кенгуру — это... Я просто... Да пошёл ты в жопу, а! Дебильная реклама, ребят. Ну, я не баби-боби-боби. Чаще сказал. Переведи, чаще сказал. Я сейчас побью изверга, куплю себе новый алюзи. Я сейчас побью изверга, куплю себе новое оружие. И буду драться, потому что у меня, ну... Вот это злости мне помогло! Вот сейчас ты без читов играешь сейчас. Вот сейчас этот дебил без читов играет. Ай. Это не к тому, просто когда я его бил, он меня потом как-то бил. Хотя он не мог меня побить, потому что я его бил. В реальной жизни так можно, но в игре нет. Одумайтесь. Ты что, с ума сошел? Да ты что, с ума сошел? Ой, я кое-что вспомнил. А может я... Типа, смотрите. Ты что, с ума сошел?
А может, я выйди отсюда, что-то там. Ай! Эй! Я не... Ай, мне больно. Ты, походу, сейчас с читами уже играешь. Зачем я мог его в голову ударить вместо того, чтобы... Ой, меня лопается мой мозг. Ну, давай, попади. Давай, играй с читами. Играй, играй, братан. Играй. Потом тебя забанят. Хоть ты и бот, ну ничего. Подождите, как мод... Как бот может пользоваться читами? Это не бот, получается. Подожди, либо это реальный человек, только типа постель. Да я же должен был! Ну вы видели на этого изверга? Наглый пацан, блин. Вот тебе, а не конфетку. Вот я бы его бы так бы наказывал за то, что он съел одну конфетку. Одну конфетку я бы его бы убил. Наконец-то я его убил. То есть побил. Он теперь... Ну, он в живых, но не в живых. Ну, побитому не в живых. А не побитому в живых. Кэшбэк? Да пошел ты, не хочу я рекламу. Купил орудие. В общем, сложно, нормально. Это я без труда одолел рысь при нашей первой встрече. Однако, стянув маску с лица, поверженного противника, я увидел. Какой ты увидел? Я думала, она девочка. Ребята, я это что-то затупил. Лысая девочка. Я увидел, что это было лишь чучело. Рысь чучела. Затем я почувствовал когти рыси у своей шеи. С тех пор я служу ему второй и правдой. Увы, короче. Ё-моё, впереди еще два. Ну, типа, еще один и один. Раунд один. Ё-моё, у него еще и канада. А какой канада, блин? Я не знаю, я забыл название оружия, но я победю тебя. Побежду. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, у меня с русским что-то проблемы. Да. Что, ты у меня конфетку отобрал, да? Ой, сейчас на следующем раунде я кое-что расскажу вам. О, перфект. Сейчас я вам кое-что расскажу. Вот представьте то, что я играю не за днем, а за Валерой. А это призрак, который украл у него конфетку. Верни сюда конфетку, скотина ты такая. Скотина, сюда иди, конфетку верни, дай конфетку, 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 конфетку. И он его убил. Хороший Валера, хороший. Правда, ради конфет. Он крадет конфеты, он ворует деньги, чтобы купить конфеты, чтобы обожриться. Нет, что-то не получается, что-то не в ритме. Так, мое поражение сделает рысь лишь сильнее. С каждым боем он узнает все больше о твоей технике и приемах. Какой прием? И приемах. И о том, как победить тебя. Песню создам про рекламу. А уже невозможно. Уже невозможно. Уже.
Ладно, у меня закончились энергии. Ну ладно, поэтому мы заканчиваем, ребят. А, не заканчиваем пока что. А раньше можно было мне так делать, чтобы я победил этого дебила? Нет? Вот и я о том же думаю. Я покупаю просто. Ну все, ребят, я купила. И теперь я хочу, Хочу приемы показать вам, которые я умею. Хотя это вообще не интересно. На всякий покажу. Это первый трюк. Второй трюк. Третий трюк. Четвертый. Пятый. Шестой. Ну, это, конечно, не трюк, но нормально. Это вата. Это восьмой. Так. Это, блин, что так? Девятый. Десятый. Восьмой. Ой, какой... одиннадцатый. Ладно, короче, я просто вам покажу все мои приемы, которые я умею. Да что ты его видишь-то? И вот. Я не знаю, короче, просто так показал. Ладно, ребят, с вами был я, меня зовут Алекс, и всем пока-пока!